Что нужно знать о биологических активных добавок к пище? Почему на сегодня биологические активные добавки к пище популярны? Наиболее популярны стали бады для похудения. Употребление бадов для похудения является распространенным способом борьбы с лишним весом. Однако не стоит забывать о безопасности бадов, так как они относятся к пищевой продукции. Все реализуемые бады должны пройти экспертизу и получать свидетельство о государственной регистрации. А как проверить безопасность БАДов? Когда покупаете биологически активные добавки, вы должны спросить у продавца свидетельства о государственной регистрации, либо можно проверить в едином реестре свидетельств о государственной регистрации. Теперь, давайте будем говорить о реализации БАДов. На сегодняшний день реализация БАДов осуществляется через аптечную и торговую сеть, специализированные магазины, интернет-сайты и другие платформы. Но соответствуют ли они к требованиям законодательства? Существуют требования к реализации БАДов, и они должны соответствовать нормам санитарных правил, санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной торговли пищевой продукцией. Кроме санитарных правил, еще и есть порядок осуществления рекламы биологически активных добавок к пище. Реклама биологически активных добавок к пище должна содержать следующую информацию. Торговое наименование, сведения об активных компонентах, входящих в состав, показания к применению, способ применения и доза, побочные действия, противопоказания, особые указания в отношении детей, беременных женщин, условия отпуска, наглядную и понятную рекомендацию к применению, название, адрес производителя и лица уполномоченного производителем на принятие претензий в Республике Казахстан, а также номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации. Реклама биологически активных добавок в каждом случае должен сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является лекарственным средством. Как все сложно, и лучше быть глупцом на свой риск. Но все подчинено определенному закону. Поэтому надо соблюдать нормы законодательства. В противном случае предусмотрена административная ответственность за правонарушение законодательства Республики Казахстан. Подписывайтесь на канал ⁇ Общественное здравоохранение ⁇ и узнавайте больше о медицине.